А перед началом данного видео я хочу порекомендовать вам мою группу ВК. Здесь выходят самые свежие новости о карте Shadow of Avernus и о самом проекте в целом. Также здесь есть беседа, где вы можете посидеть у сталкерского костра, куча мемов, которые служат для поднятия вашего настроения, ведь смех продлевает жизнь. Ну и конечно же гора качественной музыки под каждой записью, чтобы устроить музыкальную паузу у сталкерского костра. А еще именно в этой группе я выкладываю рисунки своих подписчиков. Если вы любите рисовать в тематике сталкера, то милости просим к нам в группу. Так что не стесняйся, сталкер, заходи, не пожалеешь. Тоже. Человека им шлепнуть, что вы. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают: артефакты, бабло есть? Он им: нету. Опускает его еще раз, достали, спрашивают: артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают: артефакты, бабло есть? Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Дно мутное, ни хрена не видно. Не, ну не смешно. Да, ну ты и выдал, конечно. Эй, Бунос, это Сидорович. Зайди ко мне в бункер. Для тебя появилась непыльная работенка. Эх, извините, парни, но мне пора. Даже интересно, почему меня позвал Сидорович? Наверное, задание очень важное. Если уж новичкам его даже не может доверить, а сразу просит матерого сталкера. Ну ладно, сейчас выясним, что и как. Здорово, Сидорович. Ну что, я тут. Давай, выкладывай, суть дела. Короче, Регонус, слушай. Сегодня я рылся по всяким частотам. И вдруг моя рация поймала сигнал СОС от военного вертолета. Не знаю, что с ними случилось, может, в реактор угодея. Хрен их знает, как они там летают. Но, как мне кажется, в этом вертолете были какие-то секретные документы. Ну а что касается твоей задачи, ты должен пробраться к месту крушения вертолета. Обыщи там все хорошенько и найди мне кейс с важной информацией. Эти документы для нас, торговцев, будут очень важны. Все понял? Да, понял. Хорошо. Координаты крушения вертолета я пришлю на твой ПДА. Удачного пути, сталкер. Спасибо на добром слове, Сидорович. И тебе не хворать. Ну все, я пошел. Давай, удачи. Да, ничего себе, Сидорович мне работенку интересную подкинул. Что ж, пробраться к военному вертолету. Аж вспомнил одного сталкера. Сидел здесь, крутился-вертелся, да одно спрашивал про упавшие вертолеты в Припяти. А потом как-то ушел и видя его уже на Затоне. Не знаю, жив он или нет. Да, возможно, я никогда не узнаю. Но сейчас главное пробраться к вертолету и найти кейс Д. Сидоровича. Надеюсь, он все-таки там будет. О, дождик. Значит, вылазка обещает быть интересной. Да, давно я не ходил на задание под дождем. Что-то будет. Так, с координаты Сидорович передал. Ага, по координатам мне туда. Сейчас главное ни на какую шушеру не напороться. А то было бы неприятно. Военные? Что за... Ну ладно, нужно прорываться с боем. Так, нужно перезарядиться. Отлично. Получите, гады, а! На тебе! Так, так, так. Ловите маслины! Так, ладно, нужно перестать геройствовать. И сейчас будем снимать этих гадов из укрытия. Получите, а! Так, меняемся, меняемся. Угу. О, твою медь! Аптечка, аптечка. Вот уроды. Так, ладно. Получи, гад! Давай! Отлично, этот готов. Так. Еще одного вижу. Сейчас аккуратно, аккуратно. Чтоб без лишних движений перезаряжусь. И... Получи, масыны, гад! Давай, давай! Получи, сейчас нашинкую тебя свинцом. Отлично. Вроде бы один остался. Получи.
На тебе, гад. Давай. Ну все, хана тебе. Отлично. Вроде бы управился. Такс. Они выглядят как зомбированные. Что же здесь такое-то творится, а? Что за хрень? Контролер! Да, и угораздило же! Давай, подходи, тварюга! Перезарядка! Надо отбежать и перезарядиться, а то он мне тут и шанса не оставит. Моя голова... Ну давай, чудо природы, давай! Давай, скотина, ты такая! Ай, аптечка, аптечка, аптечка! Голова! Голова! Моя голова! Что это он делает с моим разумом? Никак не могу! Ну давай! Давай, тварина! Давай! Перезарядка, перезарядка! Давай, получи! Получи, гад! Фух! Ничего себе! Ой. Голова будет трещать 3 дня еще. Ну хотя бы жив. Ой, Сидорович, с тебя награда. Так, главное, чтобы еще здесь кейс был. Отлично, вот и кейс. Аж интересно, что за документы там? Я рисковал так своей шкурой ради этого кейса. Ладно, Сидорович. Я выполнил задание. Остается только доставить тебе этот саквояж. Всем хаюшки, с вами на видеосвязи прямиком из ЧЗО Игонус. И сегодня я вам покажу, как сделать тот самый военный вертолет из сталкера в Майнкрафте. Ну а точнее его упавшую версию. Разбившийся вертолет, который подбило РПГ и который попал в аномалию. Думаю, вы все помните эти вертолеты по Зову Припяти. А также хочу предупредить, если вы на этом видео наберете 60 лайков, то в следующем видео я вам расскажу, как сделать самый настоящий военный вертолет, который будет летать на карте Shadow of Avernus. Ну и конечно же, будет сулить неприятности всем тем, за кем охотятся военные патрули. Ах да, пока еще не забыл. Короче, ребята, тут между нами сталкерами ходят слухи, что на Большой Земле сегодня 31 октября. А значит, сегодня Хэллоуин. Так что всем веселого Хэллоуина, ребят. Ну а мы начинаем наш туториал. Нокаут, но мы стоим, а за нами андеграунд и вечерами
луной можно услышать порой, что здесь когда-то было все иначе, но строй на проверку оказался гнилой диктатор на трон. Подмена ценностей в каждый дом. Золотая клетка вмиг стала тюрьмой. И все закончилось большой стрельбой. Это послание всем живым, белым и цветным. Все еще держим оборону, кругом дым. Кровью написаны истории. Каждая строчка грядет большой финал. Рано ставить точку. И мы не встанем на колени, андеграунд лорды и сталкеры. Это истории из преисподней. Братство здесь свои законы. Сталкеры — это истории из преисподней. Не успокоимся, пока мы в обе патроны. Сталкеры — это истории из преисподней. Забытый бункер, место, где обрел свободу. С каждым годом здесь все больше народу. Что же, вот мы и создали нашу модель упавшего вертолета, и теперь в папке Donald мы ее копируем и переносим по пути Gamescom, Mojang, Minecraft Worlds и в наш мир, где эта моделька и должна быть. Так, получается, в пак стал транспорт. Здесь находятся, получается, все вот транспорты, начиная от БТРов, заканчивая грузовиками. Там также есть декорации и тому подобное. Получается, работа с упавшим вертолетом по алгоритму напоминает работу с БТРом. Так что, если вы смотрите все мои ролики, то уж здесь не запутаетесь. Главное все делать в точности, как я. Так, здесь у нас, получается, файл отвечает за то, как отображается текстура у нашего Mi-24KL. Потому что потерпевший крушение. Так, тут мы должны все переписать под Mi-24KL, в том числе и LR. Потом мы уже перейдем в Behavior и там создадим файл. На самом деле здесь нет ничего сложного. И также после 50 лайков я выложу те файлы, которые вам будут необходимы для создания данного вертолета. Так, добавляем его сюда. Отлично. Теперь мы переходим в текстуры. Здесь мы должны поставить текстуру нашего Mi-24. В данном случае я взял развертку и добавляю. Она прямо-таки из игры Stalker. Конечно, в интернете найдена, но тоже сойдет. Пишем Mi-24, KR и PNG. Отлично. Тут мы управились. Так, прописывать не надо, поэтому мы уже со спокойной душой можем переходить в папку Behavior. Так, Behavior, ага, Unities, и давайте опять же здесь, наверное, возьмем поезд, почему бы и нет. В этом файле нам опять же придется все переименовать так, чтобы было удобно нам. Также прописываем LR, Mi-24, KR, угу. Так, здесь у нас все остается по-прежнему. В чем как бы прикол этого моба? В том, то, что он не двигается, и у него есть собственный инвентарь, что будет очень полезно для вас. Так, остается только переназвать наш файл Mi-24KR. Отлично, и можно теперь его уже добавлять в Unities. А, только KR, а не KT. KT случайно получилось, ладно. Такс, это готово. Ах да. И еще вам нужно будет поставить размер вашего вертолета. Лучше всего взять 2.0 в Scale, потому что так ваш вертолет будет действительно похож по размерам на настоящий вертолет. Ну что же, а теперь давайте посмотрим, как это выглядит в игре. Так, а вот мы уже и в самой игре. Ну что же, переходим в креатив и смотрим, как выглядит наш вертолет. Так, яйцо спавна у него, как вот у машины. Сейчас найдем по-быстрому. Так, это не то, не то. Не то, не то, не то, не то. Так, где? Так, Харст, нет. Зюни. Ага, вот, Mi-24KL. Отлично. Вот и нашли. И, кстати, вот наш вертолет тоже остался.
поэтому никаких проблем здесь не было. Как вы видите, изменение ничего не потерпело. Такс, ну, здесь уже есть один военный вертолет, куда бы то... Знаю, я же строил для меню ЧАЭС, вот давайте на ЧАЭС его и забабахаем. Думаю, будет выглядеть очень красиво. Вот, сюда, допустим. Такс, и давайте поставим его вот сюда. Так, отлично. Вот так он у нас выглядит, довольно красивый. Конечно, его можно ударить, поскольку он моб. Но если вы закроете грамотно все структурными блоками, ну точнее барьерными, то все будет просто зашибись. И главное, выглядит это красиво и со вкусом. Также можете в него класть вещи, любые. Уж место в нем хоть отбавляй. И вот такой вертолет вы получаете. Это особенно будет хорошо для тех, у кого тема связана с тем же сталкером и еще с чем-нибудь. Эх, как печально это говорить, но наше видео постепенно подходит к концу. Надеюсь, вам понравился новый туториал о вертолете. Также не забывайте подписываться на группу, как я обожаю говорить, там всегда очень много интересного. А если вы новый зритель на моем канале, то предлагаю вам посмотреть все мои ролики с туториалами и прохождениями карт. Думаю, вам там все понравится. И, может, почерпнете для себя что-то новое и захотите создать свою карту. Уж делать карты — это очень интересное дело, потому что ты делаешь целую вселенную, мой друг. Кстати, для тех людей, кто ждет туториалов по аномалиям на моей карте, получается, аномалии появятся ближе к тому моменту, когда на карте Shadow of Awareness появится свалка. Ну а под конец ролика я хочу поздравить одного из своих подписчиков с днем рождения. Желаю тебе всего наилучшего, мой друг. Ну что же, всем спасибо, ребят. Все свободны. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится.